что? Вы что тут сделали? Герман, это не Здорово, ребята, с вами я, Герман, и сегодня у нас влог. Но не обычный, а подготовка к концерту ШГШ за кулисами. В этом видео вы узнаете, как мы репетировали, как мы выступали, расскажем о наших ощущениях, а самое главное, что же у нас происходит за кулисами. Ну и как я пытался записать приветствие. Всем привет, ребята, с вами снова я, Герман, и это у нас 10-й влог. Сегодня я вам покажу, как мы снимаем здесь влог, как я снова потерялся в словах. Говна, наверное, вот были твои слова. Всем привет! Я опять появляюсь у Германа во влоге. Гера, это влог? Я ее боюсь. Всем привет, ребята, с вами снова я, Герман, и это влог с нашего концерта. Ой, мы к вам! Мы пришли вам рушить влог. Да. Ваше слово, ваше комментарии. Чёрт, Настя моя! Женщины, вы все испортили. Сам ты все испортил, ты. Девушки. Вот. Ну да. Вы все равно все испортили. Я обиделась на тебя. Да вы фиг. Все понятно, я с тобой не буду разговаривать неделю. Ну а пока ребята выяснят отношения, давайте посмотрим, как Герман переснимает приветствие. Так вот, ребята, в этом видео я вам покажу, как мы выступаем, как мы репетируем, а самое интересное, что же у нас происходит за кулисами. Ох, наконец-то, боже. Всем привет, мы ШГШ. Смотри, все реснички какие Настя делала. Да, Настя мастер, она всем реснички. И тебе привет. Это мой бро, это мой бро, брат, бро, кулачок, бро. А, ты начал? А я закурил. Ура, ШГШ-толк. Сегодня концерт, ура, я рад. Ты уже в который раз мы сказали, что сегодня... Уйди отсюда, женщина. Рот! Меня булят. Кто ты кинул? У петухов нет трав. Да все, хватит кидаться. Меня назвали петухом. Ура, женщина. Это не с тобой. Ну все, ты заигрался. Поко, поко, о май гад, поко. В общем, что ожидается по концерту? В общем, да, у нас сегодня будет выступление. У нас где-то сколько? Часа 4, не, больше, 5 часов. 5 часов где-то, 5,5 часов до выступления. Мы вот занимаемся бытовыми делами, брим буры. Все счастливы, все довольны. Сейчас будем репетировать, у нас пока что выгружают эту шоу. Аппаратуру выгружают на сцену. Вот. Что он делает? Я бреть. Моя задача, короче, не порезаться никак, чтобы на сцене я не выглядел как кретин, который бреется и порезался. В общем, все счастливы, все довольны. Я надеюсь, что мы выступим отлично. Даже не надеюсь, а знаю. А, Дима, что можешь сказать по поводу концерта? Ну, все должно быть круто. Бомбически. Герман, смотри, цивилизация. Смотри, это технологии. Оп, не течет. Оп, течет. Оп, не течет. Уволен. Короче, приехали мы где-то к 10. Нам сказали немного подождать, пока все оборудование поставят и настроят. Штучку для барабанчика. Но, как обычно, пошло что-то не так. К слову, мы ждали 3 часа. Итого у нас оставалось 30 минут на репетицию. Но, тем не менее, это нам не помешало хорошо выступить. Вот столько у нас сейчас времени. Мы так ничего и не прорепали, но мне дико страшно. Вот прям реально, выходить на сцену перед людьми, это у меня впервые так. Давайте сейчас сходим к остальным, спросим, что они думают. Девочки, мы хотим узнать, какие ваши ощущения перед концертом. Так, давайте первый. Я сейчас крашусь, один глаз накрашен, второй нет. Я думаю, что все пройдет просто шикарно, все просто прекрасно будет. Будем зажигать, петь. Твоя красная помада. Короче, да. И сегодня еще будут новые треки от меня, от Анжелки, от всех. Просто понимаете? Так что сегодня будет круто, сегодня будет круто. Сегодня будут в Харькове чисто, в Харькове лавочки, в Харькове парки. Это наш визажист. Гример, визажист, записывайтесь, делайте, что хотите, любые вопросы за ваши деньги. Откройте дверь. Закройте. Все
Всем приветики. У меня уверенность все стоп. Посмотрите на наши прекрасные, на наших девочек прекрасные, как они красятся. Эти красоточки какие у нас. Все будет круто, мы ждем всех наших фанатов и всех любим. Привет, Камран, расскажи о своих ощущениях перед концертом. Ну, ощущения достаточно прикольные, потому что я очень хочу выступить. Ребят, те, кто пришли, всем спасибо. Влог очень прикольный, мы любим друг друга. Наш коллектив очень хороший. Не забывайте подписываться на канал. Люблю вас! Здорово, Маля. Слушай, расскажи о своих ощущениях перед концертом. Это просто я в предвкушении. То есть выход на большую сцену — это то, что меня всегда питало, заряжало, и я прям жду, как мы с ребятами выступим. Я жду эту энергию от аудитории, я жду... Ну, я очень хочу увидеть лица наших фанатов, которые будут рады увидеть нас вживую. Парни, мне точно нужно интервью давать. Ну что, Роман, поделитесь своими ощущениями перед концертом. А моими? А твоими? Классно. Все на позитиве, я тоже на позитиве. Музыка играет, все танцуют. Еще что-то надо сказать? Да. Концерт будет классный. Свободен. Спасибо. Привет, Софа, расскажи о своих ощущениях перед концертом. Ощущения, в принципе, мне казалось, что я буду паниковать, когда сюда приду, когда я узнаю, сколько будет человек и все вот это, типа, но не знаю, я вот сейчас как будто готова, как будто нету даже страха никакого. Просто хотим показать атмосферу вам, дать, чтобы все было круто и чтобы всем понравилось. Я уже, честно, не знаю, кому подходить, кого спрашивать. Вот именно, уже вроде бы все взяли. О, Димон, здорово! Привет. Слышь, Димон, а можешь рассказать свои ощущения перед концертом? Сначала мне снимать. Ну, хорошие, красивые, может быть, что-то. Подробнее там, может, что-то. Да, вроде все. Можете убрать. Слушай, Димон, ты, видимо, не понял, да? Бежите, мы влог снимаем. Нам надо, вот, мы спрашиваем у наших друзей, как они себя чувствуют перед концертом. Вот хотим услышать твои ожидания. Я ожидаю от концерта хорошие, позитивные ощущения. Слушай, добрые. Герман, он тупит что-то, да? Угу. Давай у другого возьмем. Да, давай. Нам сказали, то, что на улице сейчас снег. Посмотрим, что тут у нас. Давай. Офигеть, реально снег. Класс. Е-е-е, круто. Блин, посмотрите на это просто. Это в честь концерта Шагиша, ребят. Все, короче, мы более-менее начали репать. Пойдемте посмотрим, как они. Иди сюда. Вскоре мы все-таки начали потихоньку репетировать. Времени у нас было мало, и поэтому репетировали мы недолго. Короче, все оставшееся время до начала концерта мы просто просидели в гримерке. До концерта осталось где-то 30 минут, и я очень волнуюсь. Увидимся уже там. Спустя те самые 30 минут мы, сидя в предвкушении концерта, услышали, как одна из наших песен начала играть. А это значит, что концерт начался. Вскоре, когда вышла Настя, мы вас услышали, и нас просто понесло. Все уже началось, это полная жопа просто. Очень-очень, они очень... Это офигенно! Вы просто... лучшие, ребята! Мы любим наших котят, наших шагасов! К сожалению, было очень громко, и много чего отснять не удалось. Концерт длился где-то час, и это просто невероятное ощущение. Ты выходишь на сцену, видишь кучу людей и понимаешь, что они пришли посмотреть на ваш концерт. Это очень круто, я считаю. Я очень боялся сделать что-то не так. Мы хоть и репетировали, как выходить и что делать,
Но во время концерта у меня все равно возникали иногда тупники. Далее, после концерта, мы выходили фоткаться с подписчиками. Короче, мы уже закончили выступать, мы переоделись, вот сидим сейчас и ждем дискотеку. Ах, да, должна была быть еще какая-то дискотека, но мы так и не дождались ее и уехали праздновать в школу. Как я говорил, было очень громко и темно, поэтому много чего отснять, к сожалению, не удалось. Поэтому будем, наверное, заканчивать. Хочу сказать от себя спасибо всем, что смотрите нас, что пришли на наш концерт. Ребята очень трудились, они много репетировали. Сколько труда и нервов было вложено в концерт. Мы рады, что вы пришли и вам понравилось. Поэтому скажу еще раз, спасибо, что смотрите нас, и спасибо, что пришли на концерт. Мы вас очень любим. Вот такой вот у нас получился маленький влог, поэтому если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а с вами был Герман, всем удачи и до скорых встреч!